Лу, какая елка тебе нравится больше? Тебе нравятся подарки? Как у нас, Лукас, дверь как у нас, да? Смотри, ручка такая же. Посмотри, Лу. Да, Улина, прям как у нас дома. Посмотри. Смотри, Санта. Фонарики. Помнишь, мне кажется, у нас такие тоже были фонарики, да? Хочешь сделать фонарик? Ты хочешь сделать фонарик? Да. Очень красиво, да, очень. Ульяна, аккуратней. Ульяша, чувствую, у нас дома будет очень весело, когда у нас будет елка. Вот это красивая елка. Это нравится елочка мне. Смотри, это же прям снег, да? Посмотри, снег. Снег? Очень красивая елочка. И белые шарики на ней. А мне нравятся эти кисточки, да? Красивые, все разные формы. Игрушки деревянные. Так, аккуратно. А наверху такая красивая звезда. Да. Я хочу такую елку выиграть. А ты? И тут столько всего интересного, да? Там что-то можно нажать, да? Она включается и выключается, ты видишь, да? Видишь, огоньки переключаются. Посмотри, да? Интересно. Необычные шарики, да, Луша? Мне кажется... Нет, нельзя на это забирать. Мне кажется, Лукас, мы должны положить сюда один билетик. Для того, чтобы попытаться выиграть эту елку. Хочешь такую? Нет, я хочу... Фонариками? Фонарик. Вот тебе билетик, надо опустить в эту коробочку. Все? Пришли посмотреть на елочки. Это благотворительная такая ярмарка продажи елок. Каждая елка по какой-то теме, от какой-нибудь организации в основном сделана. Мне понравилось. Какая мне понравилась? Мне понравилась лего-елочка, наверное. И еще какая-то елочка от, не знаю, каких-то инженеров. Потому что там куча всяких полезных подарков и игрушек еще включено в эту елочку. В общем, можно купить лотерейный билетик и выиграть ее, возможно. Лукас хочет выиграть елку с красными домиками и фонариками. И какой-то красный трактор просто, да? Да? Да, хочу. Вот, а там Санта-Клаус сидит. Не может быть. Да ладно! Сева! Беги, беги! Это же Ники! Это же Ники, смотрите. Ку-ку! Вот не своих детей, я только чужих сфотографирую и поснимаю. Лукас боится Санту. Ники в красном платье просто как будто тоже работает тут, да? Да? Ух ты, он дал 5, смотри. Да, Сева заполняет. Какая красивая елка. Про цирк. Daddy's gonna have to get a dog if we're lucky enough. He's gonna hate me. Oh. А все, с бутылочками, no. С бутылочками ты будешь. У тебя венок будет. Как ты мечтала, так бутылочки будут поменьше.
потерял дар речи. Ты потерял дар речи, Лу? Это еще один Санта-Клаус. С Мишкой. О, боже мой. Давай, сядь мне на голову. Смешно, да? Это лучше. Мы вчера не выиграли елку. Красиво. Уя, хочешь? А я. Хочешь уя? Вот это. Хочешь? Да. И теперь мы приехали за домиками, потому что точно такие же были домики покрашены. И они висели на той елке, которую Лук очень сильно хотел. И замок даже. Там замок есть. Очень классные шарики, в них можно класть снег или какие-нибудь фигурки приклеивать. Мыльный пузырь большой. Смотри. С такими маленьких красивых елочек. Можно сделать веночек. Yeah.